ました。Хорошего дня. Господин, не нужно ли чего? Господин Сакай, вы пережили вторжение? Как видишь. А мы знакомы? Нет, мой господин. Но я видел, как вы ехали на бой. Прошу, примите мой дар. Говорят, если это носить, духи укажут путь к избранной цели. Разве тебе эта вещь не пригодится? Не сейчас, когда повсюду монголы. Но если на пути вам встретятся цветы, принесите их мне или другим торговцам. Из цветов мы готовим красители. Я запомню. Спасибо. Без спешки. Куда торопиться? Спасибо. Принесите еще, и вещь ваша. Прощай. Я бы прокрался. Ваши победы дарят мне. Монголы одолели наших самураев лишь потому, что... Было намного больше. Не верится, что самураев разбили. Точно, не верится. Хоть тут орудовали пираты и разбойники, я всегда знала, что самураи нас защитят. А теперь мы совсем одни, как загнанные. Если... Точно, не голодать. Да хранят вас боги, господин. Моя мать верила, что меня защищает Инари. В день, когда я родился, она видела, как рядом с домом лиса гоняется за светлячками. Она знала, что лисы – посланники, которых Инари отправляет в наш мир. Когда видишь лису, нужно идти за ней. Буду иметь в виду. Спасибо. На дорогах разбойники. Ты слышала о духе? Пошла!
Быстрее, Сора! Меня ищете? Ясен бек. Олар ичек. Затыки.
Я здесь! Прячется. Когда ты умрешь, твой меч мне пригодится. Давай, Сора! Ажо! Атчихсан! Тэр энэ хавтай!